Никому не нужен. Разин рассказал шокирующую правду о Баскове, бросается в крайности. Андрей Разин рассказал шокирующую правду о современном шоу-бизнесе. Мужчина признается за те 30 лет, что он работает в этой области, она сильно изменилась. В начале его карьеры эта индустрия была очень модной, тогда у каждого бандита был свой собственный исполнитель. Однако сегодня интерес к звездам эстрады пошел на спад. Андрей Разин считает, что кризис больно ударил по многим исполнителям первой величины. Басков вообще не продается, 200 билетов, а остальные раздает бесплатно, раскрыл шокирующую правду музыкальный продюсер. На аналогичную уловку пошел и поп-певец Филипп Киркоров, чтобы не разочаровывать поклонников. Продюсер группы «Ласковый май» также высказался о конфликте с исполнителем Юрием Шатуновым. В эфире программы «Привет, Андрей» певец обвинил Андрея Разина в том, что тот использует запись его голоса на своих выступлениях. Заслуженный артист опроверг эти данные. В то же время Андрей Разин признался, что не держит зла на бывшего подопечного. «Я понимаю, что им манипулируют в силу его неграмотности и ограниченности», – отметил он. Продюсер надеется, что в скором времени ему удастся восстановить хорошие отношения с Юрием Шатуновым.